Это он. Да, это Вита, мой старый друг. Рад познакомиться. Ручаешься? Как ты себя самого? Доверяю полностью. Так что за работа, Генри? Рассказывай. Нужно убрать кое-кого. Это мой заказ, но мне нужна помощь. И это ваша работа. И кто везунчик? Один журдяй с того берега. Его предупреждали, но он думает, что неуязвим. Ладно, мы с Джо поедем на квартиру. Сент-Айленд. Дом напротив спиртзавода. Квартира 233. Окей, квартира 233. Скоро увидимся, парни. Ну, до встречи. До скорого. Что привело тебя в Штаты? Муссолини. А что тебе билет купил? Не умничай, Джо. Мой отец был человеком чести. Когда Муссолини пришел к власти, дела пошли плохо. Отец понял, что или меня заберут в армию, или я сяду. Так что он отослал меня в Америку и пристроил у Клемента. Сам отец не поехал? Он сказал, что слишком стар. Фашисты его арестовали, и он умер в тюрьме. Они даже не вернули тело, чтобы мы могли его похоронить. Да, жестоко. А где ты так выучил английский? Вот они, черные машины.
Вида Цельсов Толстого. Сними его, пока он не добрался до здания. Готов? Ладно, я готов.